Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, друзья, будем готовить очень вкусный торт медовик. Самое главное, что без раскатки, очень легко готовится, просто, да и быстро. Для этого нам нужен очень вкусный, качественный мед. У меня гречишный, более как ассорти. Все ингредиенты взвешиваем. Масло должно быть комнатной температуры, также жидкий мед, вам будет легче с ним работать. Подготавливаем на плиту водяную баню, то есть в мисочку наливаем воду и сверху будем устанавливать мисочку, в которую мы выкладываем мед, сливочное масло, все согласно рецепту. Рецепт, как обычно, под видео в описании. Огонь держим чуть больше среднего и растапливаем мед сливочным маслом. Пока смесь разогревается, подготавливаем яйца. Выбиваем яйца в глубокую емкость, добавляем сахар, соль и просто перемешиваем. Взбивать ничего не нужно. Тщательно просто перемешиваем яйца с сахаром, чтобы они полностью разошлись. В мед с маслом добавляем соду и продолжаем все прогревать. Огонь можно увеличить. Смесь прогреваем до светло-карамельного цвета. Сейчас она начнет увеличиваться у вас в объеме. Такой пенной шапкой поднимется. Поэтому емкость берите с запасом. И продолжаем прогревать, как я уже сказала, до карамельного цвета. Вот такой цвет у нас должен получиться. Снимаем массу с водяной бани. И вводим во взбитые яйца с сахаром. Все тщательно перемешиваем. Масса тем временем немножко остыла. Добавляем просеянную муку заранее. У меня чашечка мерная, я уже примерно знаю, сколько это будет грамм, но желательно все взвешивать. Также добавляем ванильный сахар. Хорошо тесто перемешиваем и оставим тесто для набухания минимум на 30 минут. Тем временем будем готовить крем. Я заранее сметану на дуршлаг с марлей слила и оставила на сутки в холодильнике. Вот получился такой густой сметанный крем. Добавляем сахарную пудру, ванильный сахар и все тщательно перемешиваем. Взбивать ничего не нужно. Оно прекрасно все у вас перемешается просто с помощью ложечки, вилочки. Ну, если хотите, можно использовать миксер. Только имейте в виду, перемешивать недолго, чтобы сметана не расслоилась у вас на сыроватку и на сливочное масло. Поэтому просто можно вот перемешать. Крем получается очень густой, вкусный. Также я заранее запарила чернослив. То есть чернослив заливаете кипяченой водой, оставляете минут на 5-10 для набухания, сливаем воду и просушиваем. Далее нарезаем вот такой вот соломкой. Будем использовать для торта, для украшения. Если хотите, можно торт черносливом прослоить, как бы вот слой сметанки, слой чернослива, коржик и так далее до самого верха. Форму я для выпекания подготовила. Дно застилаем пергаментной бумагой.
Выкладываем тесто тонким-тонким слоем. Духовка разогрета 180 градусов. Пропекаем в среднем около 10 минут. Чем коржи будут тоньше у вас, тем тортик будет вкуснее. У меня получается 7 коржей, 6 коржей будут на формировку торта, а 7-й коржик получается для украшения. То есть мы будем его измельчать в песочную крошку, посыпать сверху, также бока торта. Вот такие красивые ароматные коржи получаются. Пропекаются они очень быстро, очень получаются пышные, воздушные. И так пропекаем все тесто. Все. Коржи готовы. Приступаем к сборке торта. То есть перекладываем сметанным кремом. По желанию, как я уже сказала, можно между слоев чернослив добавить. Я украсила просто сверху ягодами, миндальные хлопья использовала. Крем заранее визуально разделите, чтобы хватило равномерно на все коржи, которые у вас получились. Ну что ж, друзья, приятного аппетита! Обязательно приготовьте этот вкусный, нарядный тортик. Вам очень понравится этот рецепт, поэтому подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Впереди, как всегда, будет еще очень много интересного. Приятного просмотра. До новых встреч. Пока-пока.